Приезжаю в Новое Поле, въехал. Сейчас был желтый домик там вдалеке. Это наш свой уголок. Сейчас я через проселки, по проселочной дороге ехал молча. Вот, поеду. Домик он наш. Много смотрю на ютубе роликов всяческих по работе, по птице, по разведению домашней птицы, уходу за ней, по содержанию. И, ну, как-то сначала тоже, да, как-то поражало. Ставьте лайк и подписывайтесь. Ну, кому надо, тот, кому понравится, тот и сам поставит. Это получается, мысли вслух. Типа, похвалите меня за хорошее видео. Зачем? Выпрашивание... Признание заслуг или там красоты. Кому надо, тот оценит. Чего? Поставьте лайк, ставьте лайки. Что за... Похвалите. Кто похвалит меня лучше всех, тому дам вкусную конфету. Какой-то не по солидолу. Я никогда за 5 лет канала не просил лайка. Зачем? В смысле? Всем добра. Вот какие у нас дороги. Супер драйв. Женя доску переложил. Женушка на месте. Ура!